Здравствуйте, дорогие друзья! И я рада видеть вас на моем канале. Пришла я к вам с очередной хвостушкой. Вот такую потрясающую. Ой, не могу, такая она няшечка. Прям хочется ей причесочку поправить. Потрясающую девочку, куколку, мальвинку. Я сегодня лепила на закрытом уроке. Для тех, кто, возможно, не знает, у нас есть как и бесплатные уроки на канале, так и платные. Платные уроки проходят в закрытом режиме, но все они продаются, и вы их можете, конечно же, приобрести. Для этого вам достаточно написать мне в любую соцсеть под видео, после чего вы получите реквизиты для оплаты, а после оплаты вы получите ссылку на урок. Все ссылки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать, что через какое-то время ваша ссылка будет неактивна. Нет, вы платите один раз и пользуетесь уроком ровно столько, сколько это вам необходимо. Вот такая прелесть, вот такая няшечка. Высотой она всего 15 сантиметров, ну если с бантиком, то 16,5, а весом всего 217 грамм. Надеюсь, что данная фигурка заслужила ваши лайки. Буду ждать, конечно же, ваших комментариев. Ну и, как всегда, если вы были со мной впервые, значит, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока!